Всем привет! Я приглашаю вас 1 февраля 2021 года принять участие в моем 12-м гитарном марафоне, который пройдет 3 месяца с февраля по апрель включительно. Смысл марафона. Я буду вам давать одно задание в неделю, которое можно будет сыграть тремя разными способами. Это простым способом, средним способом и оригинальным способом, как будет в демонстрации видео. Раз в неделю дается такое задание, и мы раз в неделю встречаемся со всеми на прямой трансляции и онлайн это все просматриваем. То есть смысл какой? Вы получаете задание в видеоформате, плюс ноты, плюс табулатура, плюс PDF-файлы Guitar Pro в разных версиях. И вы это все неделю разбираете, учите, репетируете на гитаре, потом ставите перед собой камеру, телефон или что-то еще, кинопленку, записывайте себя и выкладывайте это в YouTube в закрытом доступе, точнее доступ по ссылке, присылайте ссылку мне с пометочкой, с определенной, и это все мы с вами смотрим на прямой трансляции. Если какие-то будут ошибки там или еще что-то, то вы будете знать, над чем вам работать. У кого-то может быть медиатор, кто-то держит вот так, да, кто-то гриф держит вот так вот, да, то есть палец аж сюда загибает, и локоть, и локтем здесь махает. Это все будет просматривать. Кто-то играет вообще локтем, кто-то плечом и так далее. То есть это все будет, все ошибки будут рассказаны, показаны, и вы будете получать от меня обратную связь. Также вы можете обмениваться сообщениями в общем чате, который у нас сделан в WhatsApp. Также вы будете смотреть, как играют другие ребята этот же материал. И каждый раз, каждую неделю вы можете сами себе выбирать уровень сложности. То есть, например, допустим, мы возьмем определенную фразу, скажем, ну, давайте, пускай будет это банальное, что-то такое банальное. Например, допустим, 4 ноты возьмем. Да, пускай будет 4 ноты. Вот. Это задание, например, на класс С, самый слабый класс, самый начальный класс, вот так скажем. А это класс на... Точнее, да. А это класс у нас будет класс Б. Вот. И, соответственно, класс А. Класс А, например. Вот. И вот эти три задания, то есть вы выбираете себе, что вам делать. Ну, это пример, небольшой примерчик. И всего у вас получается в сумме там 12 заданий, которые вы должны будете все сыграть. И после чего, в общем-то, у вас будет небольшой выпускной. Вот. Я надеюсь, что... Этот марафон пойдет вам на пользу, и вы с удовольствием примете в нем участие. Как записаться в марафон, у вас есть ссылка внизу. То есть вы переходите по ней, регистрируйтесь, и мы стартанем с вами уже с 1 февраля. То есть у нас собрание будет с вами в среду в 21:00.